Здравствуйте, наш любимый игрок Вандек. Я хотела бы с вами пару минут буквально обсудить нашего стража. Вот сейчас нам дали такого, и многие не хотят строить нашего хранителя, потому что не уверены, построят или нет, и он будет им мешать. Обратите внимание, на больших уровнях у игроков не стоят кучами стражи, только если они сами не хотят их поставить, просто на память. Я затрудняюсь ответить, какие по счету это лабиринты, но за 10 это точно. И представьте, сколько бы их стояло. Вот страж с прошлого раза, хранитель лабиринтов. Вот такие вот подарочки были у нас в прошлый раз. Я, естественно, показывала их видео, но это не то. Мне просто повезло, я не успела его убрать. Смотрим, нажимаем, смотрите, продать, разобрать. И с него выпадает, да, там всякая ерунда, и к тому же выпадает потом еще... Вот такой вот, где ты потерялся, хранитель лабиринтов, это уже декорация. И вы решаете сами, оставить на складе, поставить на поле, или же просто продать за 25 тысяч. Все, никаких проблем. Не переживаем, строим, недостроим. Так же сам можно превращать и недостроенного. Можно построенного. Это все зависит от вашего уровня и от вашего, как говорится, желания проходить лабиринты. И на этом все. До новых встреч.